Здравствуйте, мы находимся в игре «Клондайк». Итак, открывать подарки надо вовремя, чтобы понять, что же нам подарили. Это наш второй временный остров «Подземелье». Ну, обещали нам хорошие подарки, но 100% расчистка. Это радует. И, естественно, чем лучше расчистка, чем краше подарки. Ждем-с. Ну, уголь, травка, кролики, вы будете счастливы, вам теперь есть что кушать. Идем дальше. Глина, ну, глина радует. Всегда знаем, что под конец только классные подарки, а в начале подарки, ну, типа стандартные. Он камнями закидали, и уже счастье. Так, ну что, давайте уже рога и копыта. Ой, не-не-не, простите. Все, пошли коллекции. Значит, скоро фин... А шоколадки-то зажали. Там, по-моему, одна или две штуки всего. Сладкая нам портит фигуру, я так понимаю. Желтые дали, коричневые дали, подушки накидали, и пошла энергия. Так, и так в конце нам дали силомер. А что же это такое? А на самом деле это рулеточка. И на этом все. До новых встреч.